Всем привет! Забавы ради себе заказал на Озоне за 3 с чем-то тысячи триммер аккумуляторный. Есть бензиновый, но стало интересно, что из себя будет представлять аккумуляторный. Поэтому получил, пришел буквально за 2 дня. Сейчас будем распаковывать, испытывать. Производитель обещает, что он нам тут обещает. 18 тысяч оборотов в минуту, 2 часа непрерывной работы, мощность 600 ватт. Так, в комплекте идет 2 аккумулятора, 2 ножа, 5 пластиковых и 1 дисковый нож, 2 мощных аккумулятора. Стоимость данного триммера по карте Озон 3367 рублей. Ну что, смотрим, что мы имеем. Продавец положил нам подарочек — перчаточки. Приятный бонус. Очки. Тоже бонус. Это у нас рукоятка. 2 аккумулятора. Мне кажется, у меня на портативной мойке такие же аккумуляторы. Зарядное устройство. Ножи, ключ, и, собственно, сам триммер, головка, рукоятка, дисковый нож. Защитный кожух, инструкция. Инструкция Madden in наша. Все на английском, но я думаю, это все не сложно, разберемся по картинкам. Так, что там с ножами у нас? Пластиковых — 1, 2, 3, 4, 5, и 2 металлических — 1, 2. Ключ для сборки. Это для защитного чехла, я так понимаю, и ключик такой. О, смотрите, увеличивается длина, больше, меньше, под разный рост. Так. Это, я так думаю, нужно открутить. А чтобы открутить, нужно зафиксировать где-то, да? А, меняется положение головки. Откручиваем. Так, защитный чехол первоначально устанавливаем. В пазы одевается. Надевается в пазы. Большой-большой. Раз. Хоп. И на место его. Чтоб совпал у нас здесь вот. Так. Фиксируем. Под фигурную отверточку. Так, с этой стороны, да? С этой стороны. Вот у нас здесь есть отверточка.
обратно крышечку. Так, вставляем пластиковый нож, шайбу, фиксируем гаечкой. И ключик у нас, чтобы затянуть. Затянули. Удлиняем. Все, остается подсоединить аккумулятор. Надеюсь, что они заряжены. Во. Все крутится, все работает. Будем пробовать. Ну что ж, для такого малыша вполне достойно. Сейчас прикрутим ручку. Будем еще тестировать. Ну, с ручкой совсем все просто. Открутили. Установили на нужную длину. И затягиваем, смотрим, как нам будет удобно, в каком положении, на таком расстоянии ручку и затягиваем. Поставил такой нож. Нашел, где трава побольше, будем нож пробовать. Ну что ж, для такого малыша какие-то там большие ожидания, конечно, отложите в сторону. А так, по мелочи, ну, прикольная, удобная штука за небольшие деньги. 3 300, господи. После того, как если высокую траву обработать большим триммером, то где-то вот подбирать такую газонную травку. Милое дело. Так что прям вот. Такая вот забава. Не знаю, насколько хватит заряда аккумулятора, но вот он, как он пришел. Ни на зарядку не ставил, ни что, работает. Поэтому, скажем так, лайк за такую вещь в хозяйстве вполне как сгодится. Спасибо продавцу и спасибо изготовителю.